Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. Продолжаю построечку своего мини-тракторка Франкенштейна, как я его называю. Значит, вот получает он немножечко вот такие вот уширения по краям. То есть рама у меня 40 сантиметров ширина, что здесь, что там. Но решил я его расширить. Ну, нравится мне такая идея. Значит, было сделано два вот таких вот ящика, да, короба. Не знаю, как это правильно назвать. Ниже рамы. Тюсвейер 14. Здесь у меня 21 размер. Но не ниже кардана. То есть по верхнюю часть кардана опущена вся эта конструкция. Ну, так, чтобы, соответственно, аккумулятор не торчал сверху. Была сделана вот такая вот подножка, вареный вот такой вот металл толстостенный. Это 8 миллиметров на 6,5 сантиметров. То есть эта же подножка, очень удобно. Не надо ногу высоко задирать на раму. Она же чистилка для подошвы. Когда где-нибудь из грязи вышли, да? Значит, размер получился у меня 78 ширина. И полезного будет вот шов от шва до начала вот этой вот всей, до вот этого подъема 40 сантиметров. То есть 78 на 40 для расположения ног вполне себе будет очень удобно. Плюс этого выноса вот этой площадки, да, здесь она у меня на 18 сантиметров добавилась, в том, что можно спокойно подойти, встать на площадку и спокойно сесть за руль, на сиденье. Раньше у меня получалось совсем по-другому. Задираешь ногу, пятой точечкой сразу прицеливаешься на сиденье, и все это делается рывком каким-то там непонятным. Короче, было очень неудобно посадка. Ладно, я худой, я еще как-то с этим справлялся. Но есть люди, у которых комплектность, кажется, тела все-таки приличная в таком варианте. Будет намного удобней, как говорится, подход, отход, подъем. Не нужно ногу задирать. И как-то так. Значит, это будет у меня подкапотное все пространство. Вот такая была сварена конструкция. Она будет еще и крыло держать как раз таки, которое пойдет снизу. И на ней же будет уже размещаться двигатель, соответственно. Здесь я сделал специально так в бок. Рама у меня никак не задействована по отношению к вот этим трубам. На ней будет крепиться отдельно станина для двигателя. И, возможно, даже она будет съемная. Для того, чтобы можно было удобно подобраться к коробке. На этих трубах я размещу либо гидробак поставлю, либо генератор у меня прикрутится. Все это будет подкапотное пространство. Ширина также осталась 78. По краям колес у меня идет метр. Крыло. Сейчас я это все, наверное, сварю. У меня это займет один день. У вас это займет ровно секунда времени, как это все будет готово. Ну, не знаю, ну, захотелось мне иметь вот такую вот конструкцию. Толщина металла ящиков. Кстати, ключи вот можно расположить здесь в ящиках. Все что угодно. Это полезное пространство. Толщина металла где-то, ну, не четверка и не пятерка. Штангель показывает что-то среднее, там 4,5, не знаю.
4,5 все это приварено наглухо к раме. Внизу лист железа вот этот 6 миллиметров. Этот 6 и тот 6. Почему я делаю такой тяжелый? Я его специально утяжеляю, навариваю сюда как можно больше толстого металла. Потому что катался я на легком тракторке, его нужно догружать постоянно. Иначе сцепление с землей, я не говорю за твердую поверхность, я говорю за рыхлую, за землю, у него очень слабое. Постоянно приходится накидывать какие-то железяки. Даже можно вот в этот ящик накидать его каких-нибудь болванок, и он же будет еще также служить утяжелителем. Ну, погнал я строить, потом продолжу. Итак, друзья, прошел ровно один день, как я уже тут его поднакидал. Его тут немножечко уже установил, крылья вварил. Швов нет здесь, здесь нет швов, там. Снизу тоже швов нету, варил точечно. То есть засверливался. И по центру трубы это все проваривал и прихватывал. Осталось здесь проварить. Ну, это все мелочи. Главное, все настроено и выставлено. Вот такой вот видон. Это еще будет обшиваться по-любому. Это не окончательный вариант. Поэтому получается вот такая вот штука. Вот такая вот база. Здесь я амары не ставил. Поставил обрезок трубы, чтобы сиденье не падало. Так, чтобы поменьше, как говорится, лишних телодвижений. Вот она база. Сейчас я поставлю сюда, вырезал вот площадку, чтобы визуально хотя бы видно было, что я хочу сделать. Сейчас я это все дело установлю и посмотрим. Вот такой у меня будет площадка. Вот такой пол, да? Но это будет все из металла. Это я вырезал из куска USB листа, чтобы вам было более-менее понятно. Ну, это вот тоже как образец будет зашито здесь. Здесь вот так будет все зашито. Это на образец. То есть все вращающие вот эти механизмы и детали будут зашиты. Здесь выйдет несколько педалей. Может газ, сцепление. Может газа не будет, газ будет ручной также. Не знаю. Вот. Получается 50 на 78. Ну, полезного где-то 40 на 78. То есть спокойно подошел. Вот так вот встал на площадку. Здесь будет установлен руль, понятное дело. Вот сиденье рядышком. Спокойно сел. Все. Так сказать, этот угол очень удобный поставить ноги, как нравится обычно, как либо вот так вот, да, на 40 сантиметров, либо спокойно можно их поставить как угодно, как удобно. Педаль будет обязательно, руль возможно откидной, я не знаю, это я еще придумаю, это все у меня в голове, никаких чертежей, никаких размеров, все я беру из головы. Поэтому вот спокойно встал, подножечко спокойно спустился. Вот такая вот получается у меня база. Это низ, будем говорить, капота. Вот сюда будет ложиться капот, то есть закрываться. Здесь уже будет размещаться на этом раме гидробак, стартер, возможно, может даже гидронасос, не знаю. Как и говорил я, рама у меня отдельно, это смещено вот так в сторону,
Здесь будет у меня стоять площадка под двигатель, именно на раме. Я не знаю, скорее всего, да, на раме под двигатель, чтобы она была съемная. На четырех болтах. Доступ к коробке будет свободный. Хотя коробка опускается спокойно вниз. Не знаю. Сам еще не знаю. Вот такая вот получается штука. Поэтому я продолжаю строить. Кому интересно, можете присоединиться в группу WhatsApp. Я там это все дело поэтапненько выкладываю. Общаемся. Обсуждаем всякую технику, мотоблоки, трактора. Друг другу помогаем, кстати, благодаря некоторым моментам. Люди мне подсказывали, что нужно сделать, что нужно переделать, как доделать правильно. Вот так вот получается вот такая штука. База мне нравится. Она абсолютно, вот такие вот крылья меня устраивает. Вот такие вот крылья. Здесь 12 сантиметров визуально крыло, но на самом деле оно 30, но визуально будет 12, то есть небольшой обман зрения. Это все я зашью аккуратно, все это будет сделано. Скорее всего, это в следующем ролике, где будет уже установлен руль. Руль я не стал устанавливать по одной причине, потому что мне его нужно было расцеплять, переворачивать. Он бы очень мешался. А так я его переворачивал, обваривал. Все. Как говорится, потихонечку, по порядку. Ну, напишите в комментариях, что думаете, правильно я сделал, неправильно. Возможно, я делал неправильно, нужно переделывать. Как вы считаете? Вот они, два ящика, один под аккумулятор, другой под ключи. Все это будет, как говорится, отдельно. Все это будет открываться либо туда, но это еще не придумал. Но визуально вот оно. Вот такая штука. Ну, не знаю. Я думаю, палец вверх заслуживает такое решение необычное. А я считаю, что это необычное решение — уширить базу для того, чтобы разместить все это под капотом. Иначе она была вот 40 сантиметров, и туда мне лепить, ну, никак не хотелось. Все, давайте. Всем пока, всем удачи. Заходите в гости. Группа WhatsApp, ссылочка в описании. Пока.